Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритидс Тур. Это Шевченковский национальный заповедник. Он находится в 4 километрах от города Канев. В Канев можно приехать из Киева. Расстояние от Киева до Канева приблизительно 150 километров. Но мы сюда приехали из Черкас, когда отдыхали в Черкасах. Расстояние до Черкас 78 километров. Сюда мы приехали в понедельник. Знали, что музей закрыт, что мы здесь будем одни. Снимем красивое видео, что нам и удалось. Мы надеемся, что вам это видео понравится. В музее мы были когда-то давно, когда были школьниками. Была такая экскурсия, прогулка на ракете по Днепру из Киева в Канев. Показывали музей, Шевченковскую гору. Ну, сейчас, как видите, все осталось на месте. Здесь могила Тараса Григорьевича Шевченко, памятник, его музей. А за музеем находится Шевченкова хата. Очень красивая такая, аккуратненькая хатка. От музея нужно немножко пройти вверх, и там вы увидите Шевченковскую хату. Она в понедельник тоже была закрыта. Ее охранял очень интересный котик, который, к сожалению, от нас убежал. Нагулявшись по Шевченковой горе, мы спустились вниз к набережной. И здесь на пристани обнаружили хорошее кафе. Оно называется «Тарасова гора». Утром оно было закрыто. Но когда мы возвращались обратно, где-то после 12 часов, оно уже открылось. И здесь нас очень вкусно и недорого покормили. Канал Фритидс Тур рекомендует вам посетить это кафе, когда будете на экскурсии. С пристани открывается шикарнейший вид на Днепр. Свежий ветерок, поют птички. Очень приятное, хорошее место. Обязательно здесь побывайте. В 1,5 километрах от Шевченковской горы расположен Каневский природный заповедник. Нам удалось побывать только в музее этого заповедника и подержать зуб мамонта. В заповеднике богатая флора и фауна, а также стоянки древнего человека. Экскурсия по заповеднику возможна только в сопровождении экскурсовода. Все контакты заповедника я размещу в описании внизу под видео. Так что приезжайте, смотрите. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!